Приветствую вас. Здесь, пожалуй, уместно было бы спросить сначала у вас, для чего вам серьезные отношения? Зачем они вам? Серьезные отношения. Что вы хотите через них для себя, например, получить? Вот ответить на этот вопрос, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы определиться с тем, в каком направлении вам двигаться дальше, в каком направлении вам направлять свои силы, свои ресурсы и так далее. Вот. Следующее. Моя коллега права в том, что нужно смотреть на отношение человека к вам. То есть вот от того, как человек к вам относится, зависит ни много ни мало его намерение. А если человек в отношениях с вами преследует цель в основном получить, к примеру, что-то для себя, то в таком случае он, скорее всего, на серьезные отношения не настроен. Если у человека есть вот такая направленность на на удовлетворение собственных потребностей. И напротив, если человек направлен на вас, если его действия направлены на вас, то скорее всего, он, значит, хочет серьезных отношений с вами. Вот. Вот, в принципе, и все. В принципе, это весь ответ, который вам можно дать. В том смысле, что в остальном это исключительно такие индивидуальные истории. Вот. В основном это сугубо все индивидуально, и нужно, собственно, локально разбираться по каждой
ситуацию. Вот. То есть по каждой ситуации отдельно нужно смотреть, как молодой человек себя ведет с вами и так далее. Вот. А если вы снова и снова, к примеру, встречаете людей, которые с вами серьезных отношений не хотят, то есть все основания полагать, что проблема в вас, что как-то вот деструктивно вы выстраиваете свои отношения. То есть как-то вы деструктивно, ну, вот, позиционируете себя. И подобно деструктивное позиционирование себя самой приводит к тому, что ваши отношения не складываются с мужчинами. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить, в принципе, это то, какой можно дать вам ответ. Вот. Опираясь на то, что вы на то, что вы написали. Я надеюсь только лишь, что вам это будет как минимум полезно. На этом все. Если вам понравился мой ответ, вы можете сделать его лучшим. Я буду вам за это благодарен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.